А у Кати волосатые подмыхи. Неправда. Правда-правда, а еще у нее три соска. Частично нет. У нее на жопе татуировка бобра. Нет. А на втором полупопье суслика. У тебя печенюшки под клавиатурой. А на тебе сейчас трусов нет. У тебя за жопу краб укусил. А откуда ты знаешь? Это правда? Это неправда. Ну, частично, возможно, я не знаю, конечно. Да, наверное, может быть, не в этой жизни. Ну, как ты видишь, мы друг друга как-то плохо знаем. Ну, точнее, зашквары друг друга мы плохо знаем. Зато вот эта чубзелямба знает их очень даже хорошо. Сколько миллиардов сексиленов, трах-трахленов раз нас просили записать этого мужика? Он не знает меня. Частично нет. Вообще-то не просили. Или просили... Акинатор! Я никогда в жизни тебя там не угадывал, я себя угадывал, но тебя нет. Я даже... Я просто даже не знаю, есть ли там Катя. Я хочу угадать тебя. Тебя там нету? Нет. Ты думаешь, тебя там нет? Напишите в комментариях, что меня там нет. Ну я не знаю, честно, я последний раз в Акинатора играл 1.5 года назад примерно, а ты? Вообще, наверное, никогда в жизни. Ну угадаем Катю, угадаем, возможно, еще там кого-то очень такого интересного. Посмотрим. Ты готова? Что, меня угадываем? Тебя угадываем. Ваш персонаж девушка? Нет. Да, ну это будет слишком просто. Ты не веришь в то, что ты здесь есть. У этого персонажа больше 1000 подписчиков. Смотря где. Ну, в Инстаграме у него 69 тысяч. 69 969. 969, прямо сейчас. Ну, скорее всего, нет, потому что это наверное, про... Хотя, ну, давай, возможно, частично. Вашему персонажу больше 16 лет. Ну, тебе 21, выглядишь на 14. Но да, да, да. Ваш персонаж певец... Сейчас кровь из ушей вытяжу. Нет. Почему? О, Катя так ненавидит, когда я ее там называю видеоблогер. Я помню то, что мы один раз с тобой даже посрались из-за этого, то, что я ее назвал видеоблогером. Катя, ты видеоблогер, признайся. Подожди, минута на размышление. Да, минут, вот, да. Нужно рот закрыть в первую очередь, потому что минута на размышление. Закрой. Ты пукнул? Ты пёрнул? Нет, это вообще какой-то чихов. Хорошо, ваш персонаж видеоблогер. Ну, возможно, частично ты видеоблогер. Я не видеоблогер. Ты видеоблогер. Ты живешь в Рашке. К сожалению. Это 7-й вопрос. Ваши персонажи были дети? Кот считается? Нет, не считается. Были, в смысле были, то есть они когда-то были, а сейчас... Ваш персонаж блондин? Нет. Связан ли ваш герой с игрой Майнкрафт? Связан, конечно. Опа! Ну вот тут уж так, подожди. Ну тут несколько людей, которых может отгадать этот же шпион. Знаком ли ваш персонаж с Эдис? Мы с тобой встречаемся, но мы не знакомы, да? Да. У вашего персонажа есть пара трусов? Есть! Конечно, есть, да. Опа! Первого раза! Подожди, там было вопросов 15, как он тебя так быстро угадал, я чё-то не понимаю, иди сюда. Катя Мясникова, а.к.а. Катеридзе. Катеридзе. Еще и фотку новую. Еще и фотку ставили. Новую, вот именно. Отправлено никто. Ты никто, короче, тебя вообще не знать. Сколько? Тебя 10 тысяч раз уже угадали. 10 тысяч раз. Короче, Катюху нужно добить до 69 тысяч. Поэтому вот идите сейчас ее угадывать. Сейчас после этого ролика сходим в Акинатор. Короче, угадывайте, а потом зайдем, проверим еще. Да, и Катю, и меня угадывайте. Но мне кажется, меня будет слишком просто. Давай. Ты же последний раз сегодня. Сегодня. Давай меня угадаем, это будет слишком просто. Мне кажется, я посмотрю, сколько раз тебя угадали. Давай, сколько раз меня угадали? Я вот не имею ни малейшего представления. Хорошо, давай, угадывай. Я хочу нажимать. Ты, нет. Частично. Умеет ли ваш персонаж монтировать видео? Черт, как... Конечно, так, ну так умеешь, да? Ваш при... Нет, 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 что не за... связан. Что за Roblox? Мне все про это. Лучше тебе даже не знать, что это за игра. Ваш персонаж мужская звезда. То есть, подожди, сначала идут такие вопросы. Играет ли он в Майнкрафт? Roblox? Есть ли у него там пара трусов? А потом... Ваш персонаж мужская звезда, то есть Патрик записывает ролики и монтирует их? Давай ответим да. Нет, пожалуйста, не хочу быть морской. Вот. Ну да. Да. Имеет ли ваш персонаж отношение к одежде? Тупой вопрос. Что за дебилизм? Да. Ваш персонаж связан с мистикой? Нет. Ваш персонаж показывал свое лицо на Ютубе? Знаком ли ваш персонаж с Эдисон ПТС? Ты знаком сам с собой. Ты со мной знаком? Ты дурак. Ну, вроде да. Точно? Чё, да, отвечай? Возможно, частично. Нет, да в смысле, я сам с собой знаком, но, возможно, частично. Да. Ну ладно, хорошо. Синие ли волосы у вашего персонажа? Ну, вроде нет.
Нет. Нет, ваш персонаж играл в Титанике. Да как это генерирует? Он вопросы? Подумал, что то ты, Леонардо, я играл в Майнкрафт и снимался в Титанике. И плюс ты морская звезда. И плюс я морская звезда. Ваш персонаж носит тату на руке. А ты снимаешь его? Опа. Ну, в смысле, я ношу, ношу, давай, давай. Ваши персонажи есть любимая женщина? Тупой вопрос какой-то. Мать, есть у тебя любимая женщина? Подожди, подожди, сейчас если мы ответим, там будет показано, сколько раз тебя отгадало. Давай примерно вот так ты думаешь, сколько это тебя раз отгадало? 1170, мне кажется. Здесь любимая женщина? Ну да! С первого раза! Что, с первого? Ну тебя как бы тоже с первого раза, чего я удивляюсь? Так, ты сколько ставишь? Сколько раз меня угадали? 300 тысяч. А ты сколько ставишь? Вот, вот давай перед тем, как мы нажмем на вот эту кнопку... 300 тысяч? Нет, не 300 тысяч, давай где-нибудь... 55-70. 55-70 тысяч? Да. Вот напиши в комменты, как ты думаешь, сколько раз меня угадали. Напиши поставь сейчас, на паузу. А потом, да, вот. А потом проверим. Мы даем 3 секунды. Давай, раз, два, три. Вернулся? Молодец. 280! Я сказала 300 тысяч! Да, это не считается! Ты потом сказала 500, это потом 50, 70... Подожди, я же сказала 300, а потом такая подумала, блин, а если 300 тысяч раз не будет? Подожди, ребят, нужно добить до 300 тысяч. Вот угадывайте Катю и угадывайте меня прямо сейчас в Акинаторе. Почти 300 тысяч. С ума сошел. Сейчас я тебе предлагаю угадать того, кого, скорее всего, мы никогда в жизни не сможем угадать. Но перед тем, как мы начнем... Вот, я даже не знаю. Вот смотри сюда. Подожди. Ты чё охренела? Да я просто... Да я коснулся тебя! Я хотела легонечко, оно само так как-то получилось. Я худею просто. Вот смотри внимательно, пожалуйста. Вот я руки сейчас тебе свяжу. Видишь? Красным горит. Если у кого-то вот красным горит, нужно нажать, чтобы горело серым. У кого горит серым, тот хороший человек. У нас есть цель. Нам до моего дня рождения нужно бить 4 ляма подписчиков. Кать, там прям не хватает 100 с чем-то тысяч. Вот если те, кто сейчас не подписан, всего лишь 100 с чем-то тысяч. Возможно, мы даже до моего дня рождения, до конца июня, сможем набить 4 ляма, если ты нам поможешь прямо сейчас. Если ты не подписан, подпишись. Мы сейчас будем угадывать Люсю. Мою собаку, которая живет с родителями в Португалии. Вот я не знаю, возможно ли это. Подожди, но если он знает мою девушку Катеридзе, то мою собаку Люсю он тоже должен знать. Мне кажется, должен, да. Ваш персонаж женского пола. Ну, типа, да. Ну да. Ну как бы да. Ну да, женского пола. Ваш персонаж видеоблогер. Ну, она где-то там светилась у меня в роликах, но нет. Ваш персонаж реален? Да. Вашему персонажу больше. Не, ей там где-то 4-5 годиков. Ваш персонаж из вашей семьи. Ну да. Ну да, получается, да. Этот персонаж вы. Ну если я собака, ну нет. Кошачья голова. Нет. Хотя ты, она очень сильно похожа ты, на кошку. Нет, она не похожа на кошку. Ваш персонаж играет на пианино. Нет, она не играет на пианино. А прикинь, пока вы не видите. Опа! Ваш персонаж собака! Сутулая. Сутулая собака, да. Ваш персонаж поет блатняк. То есть подожди, дебила ты кусок просто. Ты спрашиваешь, собака? Я отвечаю, да, собака. А следующий вопрос, да, начни фильтровать базар, ты свой алкаш. Подожди, сначала собака. Собака поет блатняк, то есть он... Вот успокойся. Вот собака, и она поет вот это. Наливай, братва, помянем годы прошлые. Я откинулся вчера, мои хорошие. Он башкой не соображает, походу, ладно. Нет. Она не поет блатняк. Ваш персонаж знает вас, но она меня знает, да. Но... Ты что, Дуримонда, да так... Ну, да, как бы это моя собака, но... это не... Что? Ты хитрый подонок. Интересно, да, продолжить. О, там можно продолжить. Да. Ваш персонаж живет в гористой местности. У тебя горы есть в Алжуштреле? Нет, Алжуштрел нет гор. Ваш персонаж жив, слава богу. Ваш персонаж похож на собаку. Я тебя удивлю, он есть с собакой. Ваш персонаж связан с мопсами? Нет. Этот персонаж живет в Днепропетровске? Нет. Нет. Опа! Ваш персонаж делает кусь. Она делает... Вот кто делает кусь. Я делаю кусь. Да, она делает кусь. Целовался ли ваш персонаж с парнем? Не, ну я когда-то там чмокал, ну...
носит ли ваш персонаж галстук? Что за дебильные вопросы? Ты человек вообще наркоман. У вашего персонажа черный цвет шерсти. Да! Ваш персонаж мяукает? Нет! Состоит ли ваш персонаж в банде ютубанц? Катя, она в нашей банде. Давай напишем да. Ну, блогер. Возможно, частично. Давай. Ваш персонаж утка. Мой модератор утка, а нет. У меня модератор на канале, там есть одна утка. Ваш персонаж издает нечленораздельные... Что? Ваш персонаж издает нечленораздельные визги. Многочлены. Люся не знает, что такое даже членораздельные. Ваш персонаж питомец известного ютубера. Я отвечаю да, но если у него следующий вопрос будет, что он там, что я попал в грядки на даче, да, то ты будешь, да. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт. Да, возможно, частично. У вашего персонажа больше одной собаки. Как у моей собаки может быть собака? Что, как, я не знаю. Ваш персонаж имеет отношение к демонам. Это сложнее, чем я вообще мог предполагать на самом деле. Не, ну Люсиндра еще тот демоническое существо, но нет. 2 hours later. Она уже сдалась, она уже ушла. Это Люся! Так там вообще такие тупые вопросы. Мы тут сидели уже не знаю сколько. Я не знаю, сколько мы здесь сидели, угадывали, повторно запускали. Я уже ушла просто. Подожди, ну мне кажется, это настолько сложно угадать Люсю, я ставлю на то, что ее угадали 235 раз. 235? Да. Тысяча? Тысяча! Ровно тысяча! Как ее могли угадать 1000, если я сейчас сидел здесь минут 10 и угадывал это все? Кто угадал ее, тот просто, я не знаю, грамоту вам нужно и медаль выдать, и вообще чемпионство на этой планете. Ну, тебя в сраку, усатый, бородатый. Это реально, это с ума можно сойти, чтобы кого-то угадать. Слушай, ну если ты хочешь, чтобы мы кого-то угадали, напиши в комментариях, и мы в следующей серии, может быть, запишем. А там же есть еще много различных акинаторов, где можно задавать друг другу загадки, ты угадываешь того, кого я загадал, а я угадываю того, кого Катя загадала. Ну, это сложно, но, возможно, если мы соберем... 30 тысяч лайков, да. Тогда я запишу с ней новую серию. Спасибо тебе огромное за просмотр, не забывай то, что нужно собрать 4 ляма до моего дня рождения. Я говорю всем огромное спасибо, всем удачи и всем... Акинатор. Кусь.